еще рано. Ты сегодня открываешь рынки? Магазин, как? 50 штук продам, вот тут живут. Да? Уже 3 года я не знаю. Там весит, знаешь, что за, там уже ничего. А чем такая медалька у вас? 30 шекелей. Ага. А зоркий почем у вас? 50. Можно посмотреть? Можно, да. Сколько ты сказал? Сколько дать? Да ему 45 есть, смотрите, новый совсем еще с паспортом. Даже не спорю. Вот, в 75-м году. Мой год рождения. Точно 45. Да. Пакуем. Давайте. Точно 45. Пожалуйста, ваши даже не пользовались. Спасибо большое. А коробка есть у них? Да. Смотри, чтобы ты понимал. Коробки. Новый с паспортом. Зоркий. 50. Вот у твоих соседей, может, просто. Не, ну это... Я просто объясню. Можно купить тут вещь, которая стоит 10 тысяч за 20 шекелей. Это не говорит ни о чем. Я возьму. Я понимаю, я сам взял. Но это базар. Я тоже. Ты там за Харбе, за... Мотаем шекель, блядь. Лё, мотаем это махар. Это ты кто?
Ну как это заметил? Ну как это? Да. Что ты виснешь? А где твоя цепь? Я сняла. Маешь? Где бандула, а? Касим Зилайша. Где? 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 Деньги давай, давай деньги. Сколько для тебя? Влад подъехал. Какие колесики, какая-то нервовочка. Ну просто что-то. Да, так получше. Наши люди в булочную на таких машинах не ездят. Тонировочка, что, пузыречки немножко, да? Он вчера только погрел, он два дня не выйдут. Ага. Сзади уже вышло все. Да, по красоте. Ну, видите, сразу видно, человек занимается биткоинами. А я лох, по базару бегаю, карандаши покупаю советские. Сейчас мужчина подойдет.
Так, все, люди, я вам так трошки показал, обзор уже будет потом. Что, уже полазила? Нет. Так, оставь рюкзак в покое. Серебром. Я еще не успела, можно? Вы что, вы знаете? Пока что. А, да? Все, всем хорошего дня. Не, мы сейчас с Владом еще вдвоем скажем доброе утро. Не, втроем, где Таня? Что-то я влез, а вы никто не влазите. Не, ну. О. Всем доброе утречко и хорошего дня. Я уже сварился. Фейс красный. Все, бай-бай. Кто проснулся в это время?